Здравствуйте. Сегодня мы приехали в гости к художнику, стилисту, флористу Ларми Фэнтези. Привет, Ларми. Приветик, Серж. Пойдем. Пойдем на кухню. Как ты думаешь, можно ли приготовить обед на 1000 рублей? На 3 или 4 персоны? Ну, можно, наверное, если очень постараться, если такой хороший повар будет. Ну, знаешь, вообще можно все сделать. Смотри, чего мы накупили? Мы накупили рыбу, да? Кучу овощей. Ой, красота. Тесто. Вот, и в меню у нас сегодня будет, я думаю, что сделаем слабосоленую форель. С листьями салата руккола и листья свеклы. Это очень вкусно будет сочетаться, потрясающе. Да. Так, затем сварим суп. О, суп, это божественно. Суп будет у нас из косточек и из головы, то есть на бульончике с сельдереем, с морковкой, с чесноком, с луком. Шикарно. Вот, с лимоном. И пирог. Основное блюдо у нас будет это пирог. Пирог из рыбы. Пирог, прощай, фигура. Вот у нас форель. Какая красивая форель. Что же из нее будем готовить? Надо ее сначала обработать, да? Давайте разберемся со стола чуть-чуть. Так, делаем надрез до позвоночника. И вот таким простым движением. О, профессионал. Вот так вот мы делаем, да? Красота. Прям уже хочется скушать ее. Очень. Такая красивая. Так, для того, чтобы засолить рыбу, конечно, хорошо брать охлажденную рыбу, не замороженную. Потому что у нее все-таки текстура немножечко другая, да, чтобы она была попрочнее, поплотнее. Свеженькая, короче. Конечно, конечно, самая свежая рыба. Свеженькая – это лучше всего. Итак, чтобы нам приготовить бульон рыбный, нам необходима кастрюлька с водой. Ну, без нее не обойдемся. Конечно, не обойдемся. Смотри, сразу же мы с тобой. Так, это у нас кто такой там? Кто-то там. Это у нас полевые условия, это нормально. То есть для дачи это порядок. Главное вовремя обнаружить шпионов, да? Забрасываем в холодную воду. То есть если нам нужен бульон, жабры я удалил, да? Если нам нужен бульон, спасибо. Мы обязательно вкладываем в холодную воду. И в данном случае, если мы готовим рыбный бульон, сразу же его надо подсаливать. Помогай мне, давай, подсаливай. А вдруг я пересолю? Ничего страшного. Я буду контролировать еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. С высоты птичьего полета. Прям пам-пам-пам. Все. Бульончик ставим на слабый огонь. Ну, если только на слабый. На слабый он у нас не должен сильно кипеть. Потому что если у нас будет кипеть, то бульончик может получиться мутным. А нам это не нужно. Нам он нужен прозрачный, как слеза. Какой секрет? Я не знала. Думала, что же мне бульон-то не нужен. Вот. Чтобы цвет ему добавить, этому бульончику, мы использовать будем коренья. Да, это у нас морковка нам нужна. А морковка – это коренья, да? Да. Так, и что корневой овощ. Половинку режем и вдоль его разрезаем. Так, половинку. Раз, половинку и вдоль. Прям не чище. Да? Нечищенную. Ой. Ну, можно еще. Вот и так, еще, да? И что? Вот с этой морковкой мы ее подпечем. Здесь у нас плита газовая, огонь открытый, да? Мы ее слегка запекаем. И то же самое делаем с луком. Лук мы разрежем вдоль пополам. Верхнюю часть можно снять. Чуть-чуть грязную кожурку. А лук нам даст золотистый цвет. То есть мы прям вдоль его разрезаем пополам. Прям так вот раз? Не-не. Поперек. Я сказал вдоль. Пока не сделал, очень-очень. Вот так? Да, вот так. Прям закрытыми глазами. Да, потому что лук – это опасная вещь. Ничего страшного. Стаканчик с водой можно рядышком поставить. И с холодной. Или опустить ножик в холодную воду. Вот мы разрезали, я смотрю, тут у нас в лук тоже шпион, да? Шпион. Чтобы таких шпионов... Чтобы таких шпионов не было, вот я специально купил гвоздику. А что она делает? Она, помимо того, что дает потрясающий вкус, она у нас обладает антисептическим эффектом. Так, значит, вот так, да? Да-да-да, все правильно. Ножик хороший. Да. Нет шпиона? Смотри, ни одного шпиона. Теперь вставляем гвоздичку вовнутрь, в каждую, да? Держи. И что это будет такое? Ну, то есть эта луковица будет вариться в супе. В рыбе у нас остались реберные кости. Нам их, то есть они вот здесь находятся, нам их необходимо
удалить. Правильно? Правильно. Вот доску мы зачем завернули с тобой пленкой? Ну? Чтобы... Было чисто. Чтобы было чисто, все правильно. Потому что доска-то может пропахнуть рыбой. Чтобы это было как можно меньше. Мне кажется, такая рыба почти не пахнет. Ну как, она пахнет рыбой. Говорят, рыба вкусно, должна, знаешь, вкусно. Чем пахнуть? Огурцом свежим. Если она пахнет селедкой, говорят, это уже значит рыба не свежая. Огурцом. А вот свежая рыба проверяется, там можно пальцем потрогать жабры и понюхать палец. Ну, здесь огурцом, точно. И не пахнет обману. Свежим огурцом. Как ты красиво вырезаешь эти кости, прямо. Реберные косточки. Прямо есть. Художник. Прямо художник. Кстати, о художниках. Прямо почти коллега. Кто, да? Кто из нас художник? Да. Я так думаю, в данном случае, конечно, ты. Ну, я так художник, может быть, на кухне, да, Майя? А ты, а еще как складываешь красиво. А ты в чем художник? А я художник во всем остальном. Ну, вот в одежде я знаю художник. Ну, в одежде, да. К примеру. Да, в одежде. Это я люблю. Расскажи что-нибудь интересное про особенности твоей профессии. Потому что вообще творческие люди, ну, очень такие разносторонние, да? А с едой мне самое главное, чтобы красиво было, представляешь? Да? Чтобы не только вкусно, но чтобы красиво. Да, это просто... А вот это вот на самом деле очень важно, потому что вначале, да, вначале человек кушает не... Вкус получает не от того, что он съел, да? Угу. Вначале он смотрит на блюдо. Точно. И первые, самое первое впечатление о том, как это блюдо выглядит. Обязательно. Потом он уже получает запах этого блюда, да? Он... проверяет, насколько оно ароматное, насколько, да, оно свеже, потрясающе пахнет. Из чего оно, может быть, даже приготовлено, может, состав какой-то определить. Так, Ларри, расскажи, пожалуйста, когда ты поняла, что ты человек творческий, и когда ты определилась, наверное, с выбором, чем ты хочешь заниматься в жизни? С детства? Знаешь, с детства, конечно. В детстве я там что-то изобретала такое красивое, рисовала лучше всех. И... вот это да. И как бы вот так вот и пошло по жизни. А что ты любишь готовить? Вообще вот рыбу, мясо, овощи, фрукты? Вот предпочтения какие-нибудь есть у тебя? Ну, рыбу люблю, да. Рыбу люблю. Что еще? Ну, мясо иногда тоже люблю. Люблю что-нибудь такое вкусненький десерт какой-нибудь такой с фруктами. А из рыбы какие предпочтения? Красное, белое? Ну, вот красное, наверное, да. Средиземноморское какое-нибудь? Да, ну, в принципе, я люблю и морепродукты, там, креветки, мидии тоже обожаю, конечно. Если я там путешествую, конечно, там что-нибудь заказываю вкусненькое. Ларри, скажи, пожалуйста, какая техника тебе больше нравится в картинах? Я смотрю, тут различные ниточки какие-то необычные очень. Нет, это не ниточки, это сизал, волосы ангела. Это специальная профессиональная вещь, потому что я флорист-дизайнер, мне картины коллажа в стиле Рафала. Угу. Вот. И там есть специальный материал, который я использую, помимо природных. Вообще, моя палитра – это природа. Слабосоленая форель. Мы использовали 300 граммов филе форели, 2 столовые ложки соли, 1 чайную ложку сахара, цедра лимона на кончике ножа и 1 чайная ложка водки. Просаливаем в течение 30 минут. Подаем с листьями свеклы и салата руккола, заправленных растительным маслом. А что мы делаем вот с этим красивым луком с гвоздикой? Смотри, мы его чуть-чуть подпечем. То есть, так как у тебя здесь газ, можно его наколоть вилочкой и слегка обжарить. Да? Прямо на огне. И то же самое сделаем с морковкой. После чего добавим это в наш бульон. Итак, нам надо приготовить брокколи. Какой красивый овощ. Разобрать ее на соцветие. Дерево. Дерево. Кстати, да, похоже на миниатюрное дерево. Красивое, да. Прямо я как флорист вижу, что это уже дерево. Очень здорово. Да. Очень хорошая фантазия. Да, да. Смотри, просто ножиком разрезаем вот эти вот бутончики, чтобы они у нас были прям такие целые. Да? Маленькие деревца такие, да? Маленькие деревца, да. Оп. Очень так, хорошо. Очень, да? Хорошо, конечно. Оп. Прекрасно. А вот с этой штукой что мы делаем? А эту штуку можем разрезать вдоль пополам и также добавить в бульон. Да? Да. Чтобы только осторожно режем. Так, замечательно. И добавляем в бульончик. Слушай, у нас не бульон, а просто кладезь витаминов. Насыщенный бульон, правильно, насыщенный витаминами. Так, брокколи нам надо будет сварить.
да? То есть нам надо будет сварить брокколи еще, наверное, в одной кастрюльке, либо залить кипятком. То есть можно делать несколькими способами, да? А я люблю, когда брокколи хрустят. То есть, когда, допустим, цветная капуста хрустит немножко, морковка чуть-чуть хрустит. Да, мне тоже так, кстати, нравится. Вот этот вкус альденте, да, на зубок. Можем сложить брокколи в миску и залить это кипятком. Пока у нас закипает чайник, мы приготовим тесто. Тесто нам необходимо раскатать. Так. Раскатать, выложить в специальную форму. Шпинат тоже размораживается. Выложим в специальную форму. А ты сейчас почисти, пожалуйста, морковку. То есть морковка нам понадобится для супа. Теперь уже ее чистим, вот тебе, да? Да, вот тебе терочка. Вот, правильно. Так, да. Тоненько, тоненько чистим. А я тем временем раскатаю тесто. Тоненько-тоненько? Тоненько-тоненько. Тесто, я имею в виду. Я думал, чистим тоненько-тоненько. Ну, чистить я как-нибудь разберусь. Я думаю, это не самая сложная работа в жизни. Конечно. Нет, тесто не очень тонко раскатываем, чтобы все-таки наш пирог... Просто чтобы вместилось в форму. Вот так вот раскатываем тесто. Кружочек? Да. Из квадратика? Да. Слушай, как это лишние кружочек края, из квадратика лишние края сделать? Мы просто возьмем, наверное, и обрежем. Просто, да? Лишние края возьмем и обрежем. Ну, правильно. Так, готово? Так, прекрасно. Видишь, как я быстро справилась. Так, а я пока еще не справился. Справляйся, мы подождем. Пирог дело непростое. Мне нравится, как в пиццерии их вот так крутят. Красиво. Кстати, так. Есть особая техника. Так красиво, думаю, боже мой. То есть мой. Тесто нельзя брать вот так вот пальцами. Его надо обязательно вот этой стороной ладони. Ой, 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 ну похвастался, молодец. Это пергамент, там немного надо смазать либо маслом? Растительным, либо сливочным маслом, да. Туда лить, в данном случае у нас растительное, давай смажем растительным. Чуть-чуть, туда. Капельку, да. Чуть-чуть, да. Хватит. Отлично. Так, и еще нам необходимо, масло сейчас смажем, необходимо выпарить белое вино. Мы купили белое сухое вино. Для того, чтобы его выпарить? Для того, чтобы выпарить, нам понадобится турка. Кощунство. Я не согласна. Почему? Вино надо пить, а не выпаривать. Безусловно, часть вина мы добавим в блюдо. Ну, а уже часть вина если мы можем часть, подать к столу. Выпариваем вино до тех пор, пока не исчезнет запах алкоголя. То есть нам необходимо налить его в турку. Угу. Или в кастрюльку, да? Угу. Наливаем? Да. Ой, вино, слушай, такое вкусное. Да. Я прям чувствую. А зачем выпаривать вино? Чтобы исчез запах алкоголя, и чтобы вино легко соединилось с нашими сливками. То есть у нас будет сливочный соус, которым мы будем наполнять пирог. Не проще было взять сок тогда? Нет. Нет? Нет. Все-таки в вине содержатся танины, да, которые связывают белок в слюне, и мы чувствуем такой терпкий привкус, да? Угу. Безусловно, этого не хватает в нашем блюде, это хочется добавить. Вот это брокколи будет париться? Я думаю, оставлять можно минут на 5-10. Мы оставим минут на 10, чтобы она была чуть-чуть помягче, да? А цвет какой у нее красивый получается? А цвет она сохранит. Цвет будет зеленый, ярко-зеленый. Да. То есть специально взял такие яркие, яркие постарался цвета. Постарался прямо для меня. Конечно. Молодец. Чем ярче цвет, тем аппетита больше вызывает это. Ой, да? Я согласна. Яркие краски, они всегда вдохновляют. Солнечное что-то такое, радужное получается, радужное настроение. Да. У нас выпарится вино, да? Туда мы добавим, перельем его в кастрюльку и добавим туда сливки. Угу. Вместе со сливками добавим туда немножко сыра фета, да, который мы подготовили. Как это будет все вкусно. Слушай, все отдельно уже хорошо. Отдельно хорошо. Можно прям на хлеб намазывать уже и кушать. Да, а вместе это будет еще лучше. Затем добавим немного сыра с благородной плесенью. Это может быть сыр Дорблю, может быть горгонзола, это может быть там фурм де амбер. Неважно, да? Да. Вот. И брокколи, добавим туда уже готовые брокколи и шпинаты. То есть у нас будет такая густая
светло-зеленая масса. А что, у нас супчик все кипит? Супчик у нас медленно-медленно живет. То есть бульон не кипит, не булькает, да? Ну, немножко шевелится внутри. Mm-hmm. То есть, если посмотреть на него, посмотри. Видно, ой, что он... как там красиво. Там вот такие листики торчат. Потому что если он будет кипеть, то у нас получится мутный бульон. А нам нужен прозрачный-прозрачный, как слезинка. Так, суп нам необходимо процедить, да, бульон? Угу. Давай это сделаем здесь. Процеживать будем через сито. Угу. Еще это сито называют шенуа. Шенуа? Шенуа. Французы? Да. Как думали? Можешь тебе помочь мне немножко подержать сито? Конечно. Ой, какой красивый бульончик. А лучок такой с гвоздичкой, просто... Угу, золотистый. Да, божественный. Суп подцедили. То есть здесь у нас насыщенный рыбный бульон. Вино у нас выпарилось. И куда мы его? Проверяем, насколько оно выпарилось, чтобы не было запаха алкоголя. Угу. Вот таким вот образом. Алкоголя уже нет, да? Такой кисленький запах. Но кисленький есть, но алкоголем не пахнет. То есть мы его выливаем в миску. Это что у нас будет такое? Это у нас будет начинка для пирога. С вином? Конечно, конечно. Добавляем туда сливки жирные. Гениально. А какая жирность сливок? Жирность 33%. Можно использовать 35%, 38%. Не выбивает, да? Используются жирные сливки. То есть и доводим до кипения. Пусть оно у нас пока кипятится. Добавляем немного сыра фета. В сливки, да? Или да, в сливки. В сливки с вином. А что дает нам этот фета? Фета она нам даст соленый вкус. Соленый вкус и немножко затянет, затянет наш соус такой. Затянет? Затянет, да. Он станет более густой. Добавляем в бульон немножко семечек фенхеля, семечки это блин, аниса. Да? Да. Угу. Понюхай, как пахнет. Ой, смотрите. В рыбный бульон добавляем. Это у нас будет специя, да? Угу. Осталось у нас еще немного вина. В него мы добавим шафран, рыльца шафрана. А почему рыльца? Ну, потому что так называются. Ой, какие рыльцы они шафрана. Маленькие. Так. Рыльцы шафрана, это значит, тут цветочка, есть еще такие рыльцы, да? Да, да. А шафран это такой чтобы цветок, получить да? 1 грамм шафрана, необходимо 200 цветков. Так шафран мы распускаем. И то что, есть, уже запах есть даже? Конечно. Да? Он распускается вот именно в кислоте, в белом вине, в уксусе или в чем-нибудь вообще. Таком. Такой запах. Шафран добавлять будем немного. То есть мы его добавим и... в наш суп и также немножко добавим в наш соус. Венчиком перемешиваем соус. Теперь сюда можно добавить рыбу, которую мы приготовили для пирога. Где у нас рыба для пирога? Вот это, по-моему, да? Да, мелкие кусочки. Рыбу для пирога. Прямо туда, в этот соус. Прямо туда, в этот соус. Она там будет вариться, да? Да. Затем также добавляем наши уже отварные брокколи. Тоже туда же? Тоже туда. И добавляем соус, соус сыр дурблю. Это надо процедить? Просто можно слить воду. И что, уже не горячо вот так пальчиком? Ну, оно как бы немножко горячо, но, естественно, вода подстыла, да? А цвет какой цвет, у брокколи? Цвет сохранился у брокколи, соответственно, и витамины нет, сохранились. Нет, я хочу сказать, он не сохранился, он стал ярче. Так, тоненько срезаем с лимона кожуру. У тебя какие-то такие интересные рецепты. Ну, ты по ночам их там придумываешь или как? А иногда, знаешь, когда кушать хочется, что-нибудь начинаешь фантазировать. И все ингредиенты сами в голову лезут. Правда? Да. Я, между прочим, тоже люблю ведь придумывать блюда иногда. Угу. Сейчас слушай, я какая красота получается. Удаляю белую часть, чтобы она у нас не горчила, да? Нам нужна только желтая часть. Так мелко ты режешь. Так красиво получается. Слушай, прям как будто маленькое пшено.
форма нарезки называется крошка. В тесто выкладываем нашу начинку. Так у нас она жидкая получилась. Сейчас жидкая. Мы густую часть выложим. А жидкую оставить? А жидкую можем оставить, да. И что, вот так не прилипнет? Нет? Что прилипнет? Нет. Вот так и нормально, да? Мы же еще сверху накроем. Так. Так, чтобы у нас тесто дышало, мы в середине сделаем дырочку. Так, укладываем сюда помидоры. Ах, еще и помидоры. Да. Так, вырезаем кружочек. А куда оставшееся тесто? А из оставшегося теста можно... Еще косички? Что-нибудь слепить интересное. А, что-нибудь слепить. Это ты мне предлагаешь опять что-нибудь слепить? Воспользоваться творчеством твоей фантазией. Там у тебя сверху будет дырочка на это? Да, сверху мы сделаем дырочку, чтобы у нас тесто дышать могло. Я тогда цветочек могу сделать. Да? Давай. Большой. Типа лотоса, раз в армии. Так, накрываем. Так, можно вот так воспользоваться вот этот ящик. Пирог мы убираем в духовку, разогретую на 160 градусов. На 20 минут. Рыбный пирог. Для приготовления понадобится 500 граммов соленого теста, 1 яйцо, 2 столовые ложки феты, 30 граммов сыра дорблю, 200 граммов 30% сливок, 1 пучок брокколи, 250 граммов шпината, 200 граммов черри, 1 зубчик чеснока. Теперь дело осталось за пирогом, да? Пирог достаем. А я про него забыла уже. Достаем пирог из духовки, и надо его, знаешь, чем смазать? Яйцом, чтобы он блестел. Так, и убираем еще в духовку минут на 5. Мне нравится такой пирог. Нам необходимо нарезать нашу рыбу на пластинки. То есть пластинки у нас будут такие небольшие. Это для чего мы так режем? Мы будем выкладывать ее на листья салата. А ты можешь даже выкладывать листья салата в середину тарелки. А как выкладывать? Горочкой выкладывать. Вот так курочкой прям? Да. Чтобы... Вот так вот? Да. Прям в середину. А, вот так. Делай такую... каждый листик, на каждый делаю листик пирамиду. Рыбку. Нет, одна горсть салата нам нужна. Горсть вот так листьев. Это горсть? Да. Только аккуратненько столбик такой делаем. Смотри, салатик нам необходимо сбрызнуть лимонным соком. Художник. Знаешь, коллеги, я чувствую прям. Чтобы он был такой кисленький. Да? Здорово. И выкладываем сюда рыбу. А тебе помочь? Да, давай, конечно. Я буду смотреть. То есть вот таким вот образом мы ее выкладываем. По кругу. Красиво. Суп у нас готов. Суп наливаем. Ты мне прям так доверяешь всю эту рыбку и выкладывать, да? Конечно. Ну, 5 кусочков будет достаточно для одной порции. Правда? Угу. Звезда. Так, салат у нас готов. Суп красота. Готов. Ой, какой красивый суп. Вот это суп. А сельдерей-то какой дал цвет. Угу. И бульончик, обрати внимание, у нас прозрачный, да. Суп из форели. Суп варим на медленном огне, не давая бульону кипеть. Ингредиенты. Рыбный набор для супа. Стебель сельдерея, 1 морковь, 1 зубчик чеснока, 2 луковицы шалот, четвертинка лимона, зелень петрушки и укропа по вкусу, семечки аниса, гвоздика по вкусу, белое сухое вино, 50 граммов. Приглашайте нас в гости, и вы почувствуете вкус настоящей загородной жизни.